Всем привет, меня зовут Юля, попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И особенно приветствую тех, кто любит бюджетный классный шопинг. Для вас нашла новый сайт, о котором сейчас обязательно расскажу. И распакуем вот такую вот гигантскую посылку, которую мне только что принес курьер. И я еще сама не смотрела, что же там лежит. Ну, в плане, я знаю, что там лежит, но как это выглядит, не знаю. Потому что сайт для меня тоже новый. Не знаю, какое там качество, сейчас будем разбираться вместе. Ну что ж, как вы видите, посылочка у нас не маленькая, поэтому давайте скорее будем распаковывать. Но вначале я хочу сказать, что сайт называется вот таким вот образом. Все ссылки на то, что я сегодня вам буду показывать, ссылку на сайт, все оставлю, как всегда, в инфобоксе. И, конечно же, досматривайте это видео до конца. В конце я вам расскажу о дополнительных скидках и о своем промокоде, который сделает вашу покупку еще более приятной и выгодной. В чем фишка этого сайта? Почему там настолько бюджетные цены? Это сайт оптовых продаж, но вы можете зарегистрироваться на этом сайте и покупать либо там оптом, например, если у вас есть свой магазин, либо, не знаю, ну, по каким-то своим причинам, может быть, у вас есть онлайн-магазин одежды, бижутерии и так далее, вы можете закупать там все оптом, либо вы можете покупать, как я покупала, как обычный покупатель, в плане того, что вы можете заказать одно платье, одни сережки и там одно колечко. Все, что вам нужно сделать для этого, это зарегистрироваться на сайте, ссылку на который я оставлю внизу. И если вы на нем не зарегистрируетесь, то вы будете видеть цены, которые рекомендованы продавцом, то есть те цены, по которым рекомендовано продавать все эти вещи. Но если вы зарегистрируетесь на этом сайте, то вы увидите оптовые цены, вот те цены, по которым я как раз таки и покупала все вещи, они очень низкие, поверьте мне, это супер-мега выгодно, бюджетно и прям очень-очень советую зарегистрироваться на этом сайте. Также, если вы новый пользователь, то для вас будут еще и дополнительные скидки, плюс еще и всегда поступление нового товара, соответствующие тем тенденциям, которые сейчас у нас на рынке здесь присутствуют. Поэтому обязательно пользуйтесь, переходите по ссылочке, регистрируйтесь на этом сайте, а я сейчас как раз таки буду показывать, что же я там заказала и стоит ли вообще эти вещи вашего внимания. Но вот на первый взгляд мне пока что понравилось, поэтому давайте будем начинать. Ну что ж, как вы видите, посылочка у нас не маленькая, поэтому давайте скорее будем распаковывать. На этом сайте продается очень много аксессуаров, очень много одежды, очки, различные системы хранения для бижутерии, для косметики и так далее. Сейчас рассмотрим, конечно же, качество и примерим все. Я вам обязательно покажу здесь отдельно на видео, как это все выглядит. И первое, что мне попадается, это шляпа. Я вам уже не раз говорила, что как я отношусь к шляпам, я их обожаю. Я очень люблю, мне вообще абсолютно все равно, кто что скажет, там, как на меня посмотрят. Некоторые мне пишут, как можно в шляпе по городу идти. Легко, мне вообще абсолютно все равно. У меня есть похожая шляпа в бежевом цвете, я ее покупала в магазине H&M. И хочу вам сказать, что эта шляпа ничем не хуже. Очень прикольная, здесь есть этикеточка. Здесь, кстати, есть затяжки, то есть если у вас маленькая голова, можете затянуть, и тогда шляпа будет лучше держаться. Вот она очень похожа на ту, что у меня из H&M. Вот эта такая голубенькая, классненькая. Мне кажется, летом можно какой-то образ классный сделать. В отпуск ее взять. Либо весной ранней можно ее носить, или там поздней, не знаю, осенью, чтобы, не знаю, разнообразить свой лук, сделать красивые фотки. В общем, давайте будем мерить. Самое главное, чтобы она налезла на мою большую голову. Ну, прекрасно. Она, кстати, даже можно затянуть. Обычно мне шляпы все маленькие. Ну, круто, она сделана очень классно, там было огромное количество цветов, там были и зеленые, какие только не было, и были такие вот, ну, бежевые, черные, я хотела что-то такое поярче, я знаю, что мне идет голубой цвет, у меня голубые глаза, да, очень мне понравилось, лайк первому заказу, лайк. Следующее, давайте мы посмотрим что-то из одежды. У меня из одежды здесь есть несколько позиций. Давайте я уберу эту коробку, а то мне как-то не очень удобно сидеть. Вот такая вот юбчоночка. Очень симпатичная, мне кажется. Очень, очень миленькая, очень женственная. Мне понравилось то, что она сделана вот как все вот эти сейчас очень модные юбки, которые все блогеры носят. Знаете, такие белые и разлетающиеся. И их фишка в том, что они сшиты вот такими клиньями. Видите, здесь нет оборки. То есть это ткань идет, ну, прям вот одним как бы куском, да, то есть она сшита клиньями такими, и поэтому получается она очень, здесь очень много ткани, несмотря на то, что это маленькая юбочка, но вы сейчас видите все на экране,
Она вот такая прям разлетаечка. Единственное, что меня немножечко расстроило, что там есть люрикс. Ну, то есть она немножко поблескивает. Я почему-то думала, на картинке не разглядела. У меня это размер М. Вот так вот выглядит этикеточка. Мне кажется, презентабельно достаточно. Внутри есть подклад. Я прям удивлена качеству. Очень хорошо все сделано. Такие ровные швы, подкладка. Хорошо, хорошо. Я думаю, что мне будет как раз, но обязательно померю. Мне прям подходит к моей шляпе. Давайте рассмотрим аксессуары. У них там огромный выбор различных колец, сережек, в общем, куча-куча всего. Посмотрите, какая красотень. Я себе взяла много каких-то ярких украшений для видео, для фотографий. Ну, то есть это моя работа. Ну, также и в отпусках можно надевать. То есть область применения этих украшений огромная. Ну, это, конечно, роскошь. Это такие сережки из бисера. И они на такой фетровой, да, основе. Очень красиво. То есть это вышивка, по сути, получается. И выглядят они вот так. То есть они достаточно крупные. Посмотрите, как это будет красиво смотреться. Можно, например, одну надеть, да, с этой стороны какой-нибудь гвоздик. Либо две сразу. Если поднять волосы, будет очень красиво. Мне кажется, очень круто. Такие акцентные сережки. Следующее, что я очень хотела. Вот видите, эти сережки. Я вам уже их миллион раз показывала. Они у меня уже давно есть. И я хотела такой же капелькой заказать какую-то подвеску, цепочку. И я ее нашла. Они, сама вот эта подвеска, она немножко меньше, чем эти сережки. Видите? Вот так вот она выглядит. Мне кажется, это очень стильно, очень прикольно. Вот так вот такая капелька. И вот видите, она вот прям идентична моим сережкам, только немножко меньше по объему. Тоже я заказала специально себе серебряную, ну то есть серебряного цвета, чтобы это все сочеталось. Очень мне нравится, очень я хотела эту цепочечку. Следующее, это тоже сережки, очень красивые, кстати говоря, очень оригинальные. Посмотрите, как они классно выглядят. Так оригинально, внутри как будто бы жемчужинка и вот такие вот, как будто, не знаю, цветок, крыло. Очень, мне кажется, красиво будет смотреться. Тоже и сделано так, что, знаете, качественно, они не прям не супер легкие, они такие прям тяжеленькие, я бы даже сказала. Следующее это каф. Я очень люблю носить кафы. Ну, то есть это такая защелка на ухо. Я даже думала одно время проколоть себе, но потом начитала, что это часто место начинает гноиться, и там что-то там идет не так. И решила, что нет, ладно, я поношу лучше такие вот кафы. Это, кстати, нержавейка. То есть ничего с ним не будет. Он такой вот маленький, аккуратненький. И внутри солнышко. И прям, кстати, детализировано все очень, очень классно сделано. Давайте померим. Как он, как его надевать? Вот так, наверное. Я очень люблю кафы. Мне кажется, они так и добавляют. И вот так буду. Добавляют какую-то изюминку. Такой маленький, незаметный. И последние у меня очень крутые сережки. С одной стороны, кажется, как будто бы это... как будто бы это такие шарики. Это не шарики, это вот такие как бы полуокружности, не знаю. Ну, в общем, тоже посмотрите, как это будет красиво смотреться на ушки. Я осталась очень довольна. Классное качество, плотная застежка здесь. Ну и в целом очень прикольная форма такая интересная. Они внутри полые, ну то есть там внутри нет ничего, они не тяжелые из-за этого. Красивенькие. Следующее у нас тоже, давайте уже с аксессуарами разберемся. Давно хотела попробовать вот такие вот очки. Они есть на Амазоне, я у многих немецких блогеров слышала, что это, знаете, такой, ну как бы бюджетный аналог более дорогих очков. Я думаю, что вы понимаете, о каких очках идет речь. У них вот на надушке вот такая буква В. И вот такая вот модная, как мне кажется, форма на данный момент. Ну что за леди? Мне нравится, очень нравится. Как вам? Пишите. Мне нравится. Прям так... И они, знаете, они так хорошо сделаны. Они такие тяжеленькие. Они не расхлябистые. Надеюсь, они не будут меня давить. Но пока что нормально. И очень чисто видно все. Я как-то заказывала на Тэму очки. И у меня... Мне стекла не понравились, потому что они какие-то были как будто бы кривые. А эти прям очень чистые. И вот сейчас я смотрю на очень яркую лампу, которая на меня светит. И мне нормально. Так, следующее. Это снова одежда. Платье.
такое летнее. Я старалась выбирать именно летние платья. Все так тоже хорошо упаковано. Кстати, размер М, надеюсь, что мне будет как раз, я в плане того, что не будет большой. Почему-то мне... Я всегда себя немножко недооцениваю, думаю, что S будет маленький. Ну, в общем, платье очень симпатичное. Что здесь за материал? Давайте посмотрим. Я не смотрела. Ну, это да, это полиэстер, 270 грамм. Интересно. Здесь, кстати, есть даже такая вот кнопочка, чтобы не расходилось все это на груди. Оно, кстати, вообще не мнется. Вот оно было сложено, и, в принципе, несколько у нее тут есть загибов, но в целом нет. Оно такое очень летнее. Здесь нарисованы подсолнухи. И видите, такие рукава пышные. Внизу такие складочки красивые. Мне кажется, летом самое то, с сандаликами с какими-то. Будет красиво. Следующее, что мне попадается, это вот такая вот сумка. Посмотрите, она даже в пыльничке лежит. Меня прям удивляет упаковка и, ну, знаете, такое прям хорошее отношение к покупателям, потому что все пришло хорошо упаковано, ничего не помялось нигде. Вау! Это одно время в Houndem была сумка вот в точности такая же, мне кажется. Смотрите. Очень классная, мне кажется, на море, с белой футболкой, да где угодно, и в принципе, в городе тоже. Она очень плотная такая прям. И очень классно, что здесь есть замочек. То есть у вас сложно будет украсть кошелек. Видите, вот тут прям замочек. И внутри там есть еще пару кармашков. Тоже, кстати, на замочке. Там есть подкладка. То есть все как надо, все сделано. Очень симпатичная, мне кажется. Одно время они прям очень сильно популярны были. У меня есть такие, знаете, шорты льняные белые. Можно надеть какой-то топик. Красота. И какую-нибудь, например, шляпу. В общем, да, интересно. На нее тоже была, кстати, огромная скидка. Вот здесь написана цена 35 евро. Я вот не знаю, к чему эта цена относится, потому что сумка стоила гораздо дешевле. Так что присмотритесь. Следующая это футболка. Мне кажется, будет очень прикольно носить ее с моей такой серебряной юбкой короткой, либо у меня есть еще такие серебряные брюки. Будет это все классно сочетаться. Она такая достаточно объемная. Я специально взяла M, чтобы это был такой оверсайз. И видите, у них прям даже сзади есть... Такие вот заклепочки на каждой вещи. Ну, это значок этого магазина. Прям очень мне нравится, знаете, так прям качественно, несмотря на то, что, скорее всего, это китайский сайт. Вот здесь тоже стоит 23 евро цена. Я переводила эту надпись. Здесь написано по-французски «Искусство жить». Мне кажется, классная тоже надпись такая. Плотный материал. Знаете, вот какое-то ощущение, что это не китайские вещи, а какие-то турецкие, может быть. Не знаю, вот прям у меня хорошее это пока что чувство. И от упаковки, и от качества. Следующее, это два купальника. Тоже надеюсь, что они мне подойдут. Один заказала M, один заказала S. Приходят вот в таких вот пакетиках. И купальник у меня стоил 1,99, чтобы вы понимали. Да, очень-очень бюджетно. Вот этот как раз-таки размера M. И вот посмотрите, он совместный. То есть он слитный купальник, и чашечки там стоят, кстати, то, что мне нравится, чтобы был, не знаю, мне так кажется, красиво будет. Но что-то мне кажется, что он большеватый мне будет. Вот тут тоже, видите, такая штука. Я напишу вам здесь, большой он мне или небольшой, подошел либо нет. Не знаю, буду ли я показывать его, тут оголяться. Ну, посмотрим. На экране я пущу именно картинку, как это выглядело на сайте. И второй купальник, это как раз-таки уже бикини. Ну, то есть это не слитный купальник. И выглядит это таким образом. Плюс еще здесь есть третья часть, такое небольшое парео. Такой, знаете, не знаю, шарфик, платочек, который вы на бедра так можете надеть, чтобы ну, не, было как-то уютнее. Либо там, не знаю, выпить коктейль на пляже пойти. Здесь такая вот яркая расцветка. Это как раз-таки размер S. Такие вот обычные трусики. И... Этот верх сделан вот в таком вот виде. Рюшечки, мне кажется, тоже симпатично смотрится. Там тоже есть чашечка, но, в принципе, чашечки можете достать, если вам не нравятся они. Этот купальник тоже стоил 1,99. Следующее, это тоже платье. Я люблю такого типа платья. Это, знаете, платье похоже на блузку. То есть это такая, по сути, длинная блузка. Вот видите? Такое прям оно длинное. И да, у меня тоже, по-моему, это размер M.
И оно должно быть такое приталенное на картинке. Да, там еще был вот такой вот ремень, пояс. Вот, видите, такое, кстати, нормальное качество. Можно свой пояс вставить, например, какой-нибудь черный, взять ремень красивый кожаный, либо еще что-то, например, бежевый какой-нибудь, зеленый. Мне кажется, будет симпатично. И летом, ну, это, наверное, больше на начало осени, например, с пальто уже будет красиво смотреться. В общем, по мере тоже. Ну, и последнее. Заказала просто ради интереса. Я вообще не знала, что придет и в каком это будет виде. Вот такая вот... Не знаю, ну, легкая куртка-кожаная рубашка. Я люблю такие вещи вот на такой период. То есть у нас, в принципе, тепло в Берлине сейчас, но с утра, когда я встаю отводить Леона, еще прохладно. И хочется что-то накинуть, но уже как-то вроде бы не слишком жарко, чтобы надевать, например, тренч или прям теплую кожаную куртку. А вот эта, она прям такая объемная. Я думала, что она будет поменьше. Но я специально М заказала, чтобы она была объемной. Ну, посмотрим, тоже померю. Тоже качество хорошее, она не блестящая, знаете, не люблю такую блестящую кожу, ну она такая нормальная, то есть она не блестит. Внутри она мягенькая, и от нее еще есть пояс, то есть она на талии, она не идет не прямо, а немножко, ну там такая сборочка сзади есть, я покажу вам на видео. Вы можете еще надеть вот такой вот ремешочек, очень классно мне кажется. Вот видите, сзади такой вот у нее... Присборенный немножко. И здесь есть шлейки, чтобы сюда вставить ремень. Также можете свой вставить, в принципе. Да. Очень интересно получается. Очень красивенько, мне кажется. Такая объемная. Ну, кстати, нормально, не сильно объемная получается. Если... Сейчас все обязательно примерю. Ну что ж, это был весь мой заказ. Я, знаете, так приятно удивлена качеством. И именно... отношению к клиентам, потому что все пришло очень хорошо упаковано, очень красивые этикеточки везде, везде хорошие швы на всех тех платьях, которые я сейчас вам показывала, на всех тех вещах, которые я вам показывала. Также очень классная бижутерия, она такая, знаете, и тяжеленькая, увесистая, очки очень крутые. В общем, я осталась очень довольна. Конечно же, для вас у меня есть промокод, который написан сейчас на экране. Это Юлия20, который дает вам 20% скидки на общую вашу покупку. Это действует только для новых пользователей, то есть если вы еще там не зарегистрированы, сегодня зарегистрировались, выбрали те вещи, которые вы хотели бы заказать, ввели мой промокод, и в таком случае вы получаете еще дополнительные 20% на весь продукт. Дополнительные экстра скидки для новых пользователей, плюс ко всему еще вам там приплюсуются. В общем, в итоге ваш заказ будет очень бюджетным, поверьте мне, так что очень советую зарегистрироваться. Ничего сложного там нет, никакого обмана там нет, я все проверила на себе. Также у вас есть 7 дней на бесплатный возврат. Замечу, что вам не нужно платить за пересылку. Просто все то, что вам не подошло, вы отправляете назад в течение недели абсолютно бесплатно. Поэтому грех не воспользоваться такой возможностью и не попробовать что-нибудь оттуда заказать по таким очень бюджетным ценам. И как вы видели, качество достойнейшее, качество Zara, качество H&M, очень ровные... не знаю, краешки, цены достаточно высокие, рекомендованные, то есть все те цены, которые были указаны на этикетках, это рекомендованные цены для продажи в магазинах, и, допустим, там платье стоило 30 евро, рубашка, майка стоила 20 евро, 35 евро стоила эта сумка, которую я вам показывала, поэтому... достаточно качественная одежда по очень бюджетной цене. Пишите в комментариях, как вам такая распаковка, понравились ли вам вещи, которые я заказала, что вам понравилось больше всего. Как я уже сказала, все ссылки внизу. Переходите, смотрите, выбирайте что-то для себя и, конечно же, используйте мой промокод. Буду рада обратной связи. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Если не понравилось, вниз. Это тоже способствует продвижению моего канала. Ну, а я с вами буду на этом прощаться. До новых встреч, новых видео.